Это будет удобно для автовладельцев, потому что будет возможно машину отремонтировать, а не получать денежные средства. Новая система выгодна автовладельцам по двум основным причинам. Первое – то, что, очевидно, вопрос, связанный с организацией ремонта, теперь это головная боль не автовладельца, а компании страховой. И второй важный момент, что при ремонте используются новые запчасти. То есть то, как раньше было, это с учетом износа, сейчас исключается. Требования к сервисам предполагают наличие приближения этого сервиса к месту ДТП и к месту аварии. У нас четко ограничено, это 50 километров от места ДТП и места аварии. Кроме того, регламентировано количество дней, когда компания страховая машину направляет на ремонт. И регламентировано количество дней, когда компания страховая, естественно, силами автосервиса обеспечивает ремонт автомобиля. Предполагается также, безусловно, штрафные санкции за нарушение сроков на ремонт и сроков самого ремонта. По закону установлен четкий срок, когда автовладелец может обратиться в компанию страховой с претензиями на проведенный ремонт. Базово это 6 месяцев после проведенного ремонта. Но есть виды работ, это лакокрасочные покрытия, когда он вправе обратиться в компанию с претензиями до истечения 12 месяцев.